Всем привет! В этом видео покажу вам разбор песни Александра Розенбаума «Стареть красиво». Оригинальная тональность песни «Жем соль минор», «Испанский строй». Разберем с вами короткое вступление, куплет-припев. Покажу вам бой, который здесь используется. Остановимся подробнее на аккордах, которые здесь используются, и на переходах между ними. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, так как чем больше активности вокруг моих видео, тем больше мотивации записывать новые ролики. Так, поехали. Как столбы пролетают годы мимо поезда жизни нашей, но хорош не гони за модой, без нее ты гораздо краше. Ни одну мы весну встречали, ни одну осень проводили, выпивая порой с врачами. Ничего у них не просили, ни одну мы весну встречали, ни одну осень проводили, выпивая порой с врачами, ничего у них не просили. Кто-то косит под молодого прядки белые выстригая, совершенно не понимая, что красиво стареть не ново. Каждым утром просыпаясь, повторяю четыре слова: все ништяк, чуваки, все клево, у бобра вся спина седая. Все ништяк, чуваки, все клево, у бобра вся спина седая. Итак, вступление, аккорд ЖМ, ЖМ-9. ЖМ — первый палец баре, третий лад, пальцы 3-4, пятая, четвертая струна, пятый лад. И ЖМ-9 убираем, соответственно, мизинец на первую струну на пятом ладу. Куплет. ЖМ, как столбы пролетают годы. ЦМ-7. Второй палец зажал у нас вторую струну, четвертый лад. И третий палец зажал у нас четвертую струну, пятый лад. Мимо поезда. F7. Первый палец бара и первый лад. Второй палец, третья струна, второй лад. Получается, ну как бы F у нас были бы 5... Струны 5-4, третий лад, пальцы 3-4. А так у нас получается, третий палец зажимает пятую струну, третий лад, а мизинцы зажимают у нас на второй струне, четвертый лад. F7. Мимо поезда жизни нашей. Бмаж. То есть у нас остается, уходит третий палец на струну вниз в своем ладу, а мизинец съезжает на один лад влево. Мимо поезда жизни наш. Е-бемоль-маж. Пятая, шестая не играется. Первый палец зажимает четвертую струну, первый лад. Мизинец зажимает 3-2-1 струны. Опять уходим на ЦМ-7. Ну хорош, не гони за модой. Потом у нас аккорд А. Можно здесь. Ну, мне по лесенке удобнее дальше здесь. Как и F, только от пятого лада. Ну хорош, не гони за модой. Без нее ты гораздо краше. Здесь я играю D7 с басом FDS. Опять же, можно было из этой позиции просто уйти, на убрать второй палец и на своем ладу поставить четвертый и второй, третий, четвертый пальцы на четвертой и второй струнах. И потом опять ЖМ. Ни одну мы весну встречали. Уже без F, без А. Ничего у них не просили,
Ни одну мы весну встречали, ни одну осень проводили, выпивая порой с врачами, ничего у них не просили. Далее там идет вторая часть куплета, точно так же все играется. И припев С7. Кто-то госит. D7 с басом FDS. FDS ставлю большим пальцем. Второй лад. На что струнник. Опять С7. Бад молодого. F7. Бмаш. Прятки белые выстригая. Е бемоль маш. С7. Совершенно не по ним. Совершенно С7. D7 с басом FDS. Не понимая же, что красиво. С7. Такая же. Не ново. Каждым утром повторяю 4 слова. Все ништяк, чуваки, все клево. Убобра вся спина седая. Там еще есть такой момент, когда заканчивается второй куплет. Играется первый раз припев, и потом идет «Все ништяк, чуваки, все клево! Все ништяк, чуваки, все клево! Оба братца, спина седая!» Аккорды те же, просто немножко порядок слов. И потом идет, еще раз повторяется «Все ништяк, чуваки, все клево! Оба братца, спина седая!» Концовка вниз, вверх, вниз. Так, теперь бой. Бас, вниз, вверх. Другой бас, вверх, вниз, вверх. А также мы регулируем левой рукой силу прижатия струн к грифу. Значит, на сильную долю мы прижали, потом приотпустили. Это как бы такая вариация, мы ее уже играем. Столбы пролетают годы, мимо поезда жизни нашей. Но хорош не гони за модой, без нее ты гораздо краше. Ни одну мы весну встречали, ни одну осень проводили, выпивая порой с врачами, а ничего у них не просили. Ну и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями. Всем пока!